Спуск Маринеска частично закрыли для проезда. Туда, с Софиевской, постепенно переносятся ремонтные работы. Пока ехать по спуску можно, но подрядчик заявляет, что уже к январю этот путь к Пересовскому мосту будет закрыт. Подробнее о начале реконструкции расскажет наш корреспондент Юлиан Аксенов. Ремонтные работы на улице Софиевской, которые стартовали еще весной этого года, плавно перешли на спуск Маринеска. Сейчас сам спуск со стороны улицы Ольгиевской полностью перекрыт. Он остается проездным лишь со стороны Пересовского моста в сторону Пастера. Однако движение в обратную сторону через Валиховский переулок запрещено. Встречаются автомобилисты, которые пренебрегают этим правилам и двигаются с нарушениями. Сейчас на спуске Маринеска завершен демонтаж старого трамвайного полотна и снят верхний слой асфальта для прокладки новых коммуникаций. Ориентировочный срок окончания работ – весна 2020 года. Тогда же должны приступить к реализации масштабного проекта трамвайной магистрали «Север-Юг», которая должна связать между собой Суворовский и Киевский районы Одессы. Речь идет о транспортном проекте «Север-Юг». Для его реализации необходимо реконструировать новощипной ряд, улицу Софиевскую, спуск Маринеска и закупить многосекционные трамваи. Общая сумма проекта оценивается почти в 60 миллионов евро. 47 миллионов уже взяли в кредит у международных банков. Еще 10 миллионов должна выделить мэрия. Полноценный запуск магистрали планируется не ранее 2021 года.